Здравствуйте, друзья! С вами снова Александр Иванов. И сегодня мы с вами поговорим о небольшом сквере в центре Нью-Йорка. Это Union Square. Это, пожалуй, самое неординарное, интересное, необычное место в Нью-Йорке, где постоянно что-то происходит. Итак, за мной находятся часы с... Видно 6 часов, 18 часов, 26 минут и 10 знаков точности секунд. То есть с 10-значной точностью доли секунды. О. Правда, почему-то последние 4 цифры не изменяются. Наверное, наш глаз не улавливает такую точность. И, кстати, в Нью-Йорке это единственные часы, которые показывают, ну, европейский формат времени, 24-часовой. Во всем другом Нью-Йорке и в Америке вообще время везде измеряется до 12 AM и PM соответственно. То есть, собственно, здесь и начинается небольшой этот парк. Здесь можно много чего интересного увидеть. И давайте прогуляемся по нему. Так, центральная площадь сквера здесь у нас. Есть ступеньки, на них постоянно сидят какие-то люди. Сегодня здесь куча велосипедистов, как вы видите. Есть даже вот такой вот какой-то интересный велосипед с большим холодильником. Скейтеры потом. Еще разные люди сидят на полу, на ступеньках постоянно. Итак. Вот мы видим какую-то движуху, короче, сейчас. Здесь постоянно играю в шахматы люди. Партия стоит $3. Я как-то хотел сыграть, но, если честно, я зажал $3. Потому что здесь сидят, наверное, профессионалы уличных шахмат. Нарды рубятся, по-моему. Идем дальше. Так. О, здесь. Я бы, наверное, не смог бы играть в шахматы под эти пляски дикарей, но бедные люди как-то играют в шахматы. Is this Josh? Oh, no. Uh-huh.
How are you? Have a good day. Thank you. That's actually been interesting to hear. Здесь какой-то мне мулашку дали. Вообще в Нью-Йорке очень быстро привыкаешь к странностям, к странным людям, которые непонятно что делают вообще. Вот. Не знаю, насколько это нормально с точки зрения свободного общества. Но где-то, мне кажется, они выходят за рамки приличия. Где-то это нормально, то, что там люди танцуют в метро и так далее, поют в метро, постоянно что-то еще на улицах происходит. Ну, к этому очень быстро привыкаешь. Вот. Идем дальше по Union Square, самый центр Нью-Йорка. Сегодня тут решили продавать яблоки прямо вот в таких вот ящиках. А может здесь что-то готовится яблочное, даже не знаю. Может быть, будет какое-то шоу из яблок. Идем дальше. Короче, пришел мент, сказал чувакам не играть, и тут и они перестали играть. Смотрите. Забавно, да? Наверное, менту просто не понравилось, как ребята играют. Правильно сделал, я бы тоже выгнал. В центре стоит большой-большой вот шпиль с американским флагом. Здесь сидят на газончике люди, и кто-то лежит, всем это нравится по-любому. Ну вот тут, например, есть место, где выгуливают собачек. Гуляют с собачками. С вами был Александр Иванов. Я сегодня вам показал Union Square. Тут можно много чего показывать. Время от времени происходит разное шоу. Какие-то спланированные или спонтанные. Вот. До скорых встреч!